Я не очень понимаю, как связано прямое общение с наглядной агитацией. По-моему, никак, потому что делается одна фотография, размножается и вывешивается везде. То есть, значит, здесь явно заложена какая-то ложь и, в общем, игра в правду. Две вещи несовместимые. Но я думаю, что это всего лишь рекламный политический ход, с помощью которого «Единая Россия» хочет попробировать свои силы и своей избирательной мощью. По поводу самих выборов и влияния, боюсь, что, как всегда, «Единая Россия» наберет максимум голосов по всем и законам, и незаконным составляющим, и по всем пунктам, просто потому что электорат действительно идет за «Единой Россией», они идут за Путиным, и регионы голосуют за него. Регионы, Северный Кавказ, это огромное количество. Ну и плюс еще, насколько, как я слышал, опять-таки, может быть, это и слухи, да, но раз эта информация есть, значит, возможно, это правда. А очень многих госслужащих обязывают идти и исполнять свой долг по отношению к правящей партии.